Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» принесла свои плоды. За две недели в управление наркоконтроля по Ивановской области поступило 54 обращения граждан. В ходе проверки одного из сообщений был ликвидирован наркопритон. Его хозяева явно не ждали гостей, поэтому, чтобы попасть в нехорошую квартиру, оперативникам пришлось импровизировать. В результате спецоперации наркополицейские обнаружили и изъяли из незаконного оборота наркотика растительного происхождения гашиш общей массой более 1 килограмма, то есть около 3000 разовых доз.